Приближение многополярного мира, новая реальность. Латвия, Литва и Эстония в 1991 году, нагло нарушив союзное законодательство, вышли из СССР в надежде, извините за прямоту, на халяву получить новый уровень жизни в составе продвинутой и состоятельной западной семейки. Как оказалось, этот необдуманный политический ход был подготовлен и использован в угоду интересов США, нацеленных на нагнетание идеологии русско-белорусской фобии и возрождение нацизма, и привел к тому, что страны Прибалтики окончательно развалили свою экономику, доставшуюся им от советских времен, чтобы остаться без штанов. Без штанов придется стоять не только этому поколению, но и следующему. А последующим, думаю, придется снять все остальное. Покупая эти вооружения у Америки, у Кореи. После начала спецоперации на Украине страны Балтии еще сильнее ужесточили свою антироссийскую риторику. Под предлогом российской агрессии они требуют у США и НАТО укрепить защиту восточного фланга альянса и увеличить численность военных на своей территории. В Балтийском регионе альянс регулярно проводит военные учения с отработкой сценариев отражения якобы нападения Российской Федерации на страны Прибалтики. А после того, как к НАТО присоединились Финляндия и Швеция, стали заметны планы альянса изменить статус Балтийского моря и запретить по нему движение российским судам. И уже сегодня в нарушении международных правил российские суда отключают от спутниковой связи. Это не только создает угрозы безопасности судоходства, но и несет риск для критической информационной инфраструктуры водного транспорта в целом. Североатлантический альянс считает Россию главной военной угрозой своей безопасности. Данный нарратив поддерживается США, которым необходимо сохранить свою ускользающую гегемонию. Их поддерживают Латвия, Литва и Эстония, страны, которые утратили суверенитет и продали национальные интересы. Есть интересы, есть национальные интересы, есть определенные силы, которым сегодняшняя обстановка выгодна. А если есть выгода, значит, есть выгодополучатель. Сегодня таковым являются Соединенные Штаты. Это главный выгодополучатель. Страны Балтии с большим энтузиазмом роют противотанковые рвы на границах с Россией и Белоруссией. Размещают там зубы дракона, обматывают границу колючей проволокой, закрывают пункты переезда. В это время портовая структура портится, железная дорога живеет. Для этого, конечно, мы все сделаем как страны Евросоюза, как страна, принадлежащая в НАТО, чтобы такой угрозы для эстонского народа не было бы. Три балтийские страны, являющиеся членами НАТО, объявили о создании Балтийской линии обороны. Вскоре еще одна богатейшая страна в мире, Польша, объявила об аналогичном проекте под названием «Восточный щит» с целью укрепления своих границ с российским эсклавом Калининградом и с Белоруссией. «Восточный щит» — это крупнейшая операция по укреплению восточной границы Польши, восточного фланга НАТО, с 1945 года. Нам нужен долгосрочный план по созданию инфраструктуры, который будет включать в себя фортификационные сооружения, различные виды барьеров, а также, прежде всего, самые современные системы для мониторинга воздушного пространства при любых параметрах и на любой высоте. Министры обороны четырех европейских стран, расположенных на восточном фланге НАТО, встретились на днях в юго-восточном латвийском городе Даугавпилс, чтобы обсудить финансирование проекта. Они, правда, не уточнили, какой объем финансовой помощи будут запрашивать для проекта у Брюсселя, но отметили в совместном заявлении. Война России против Украины показала, что создание физических препятствий на открытой местности без естественного оборонительного прикрытия имеет первостепенное значение даже в технологически продвинутых военных действиях. Министры заявили, что внешние угрозы на балтийско-польской границе растут, и наращивание укреплений вдоль границы с Россией и Белоруссией останется приоритетной задачей, способствующей выполнению общего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО. И буквально на днях затеяли очередные масштабные маневры НАТО «Железный волк-2024».
непосредственной близости от границы Беларуси. Нынешняя осень стала, пожалуй, самой богатой по количеству проводимых в Литве учений. В конце сентября армия отрабатывала действия в городских условиях с имитационными боеприпасами, а в Балтийском море прошли масштабные занятия по эвакуации экипажей кораблей. Старая Европа, страны, такие как Франция, Германия, Италия, время от времени что-то говорят о своих национальных интересах, о том, что место Европы в будущем мире немыслимо без здравых отношений с Российской Федерацией, что нельзя идти на поводу по каждому вопросу Вашингтона, что отношения США не должны носить вассальный характер. А вот новые европейцы, Польша, страны Балтии, правильно понимают свои интересы и отождествляют их с национальными интересами Вашингтона. Четко и без лишних вопросов выполняют поставленные им задачи. Во многом этот американский план удался. Не только в том смысле, что на европейском континенте возникла новая конфронтация, которой не должно было быть, она появилась как результат агрессивной политики США, нацеленной на сохранение своего положения. Она также стала результатом полного безмолвия и безволия европейских стран, которые в угоду американским стремлениям пожертвовали собственными национальными интересами.